Всем доброго и удачного дня, my dear friends. Today I would like to provide you with one of Russian proverbs. Try and guess what it's about. I already have provided you with the meaning of the word rak, by the way. You can watch a tongue twister with it using the link in the end of this video. Когда рак на горе свистнет. So, did you get what the proverb is about then? Right, exactly. Please know that in Russian, word order is much more flexible than in many other languages. Naturally, a particular word order choice is significant emotionally and otherwise, placing the emphasis just where we need it. Please compare these sentences. And so on. Infinite possibilities, see? Так, с пословицей разобрались. Кстати, раз уж у нас разговор завязался... Блин, не могу не вспомнить этот эпизод. What did I say that for? Right. Кстати, раз уж у нас разговор завязался... Отлично! Слушай, тогда у меня к вам будет просьба. Можно я из вашего международного вагона сойду? Я, понимаете, хочу сюрприз сделать одной тут встречающей. Выходить? Благодарю вас. А вы, наверное, обычаи знаете, языки? В пределах необходимости. Отлично. Слушайте, тогда у меня к вам будет просьба. Можно я из вашего международного вагона сойду? Я, понимаете, хочу сюрприз сделать одной тут встречающей. Выходите. Благодарю вас. А вы, наверное, обычаи знаете, языки в пределах необходимости. А ответьте мне тогда на такой казус. Вот у японцев, говорят, есть целая наука, какие цветы дарить. Так вот, если мне нужно, положим, подарить цветы, а девушка вроде знакомая, а с другой стороны совсем не знакомая, то какие цветы дарить, белые или красные? Подарите розовые. Розовые. Если уж у нас разговор завязался, то у меня еще вопрос. Что у вас сейчас на гражданке модно танцевать? Ответьте мне тогда на такой казус. Вот у японцев, говорят, целая наука есть, какие цветы дарить. Мне нужно, положим, подарить цветы. А девушка вроде знакомая, а с другой стороны, совсем не знакомая. То какие цветы дарить? Белые или красные? Подарите розовые. Розовые. Если уж у нас разговор завязался, то у меня еще вопрос есть. Что у вас сейчас на гражданке модно танцевать? The leg. Нога по-английски. Хороший танец? Современный. А не покажете? Разрешите? А ведь я серьезно, очень серьезно. Безвыходное же положение. Сами знаете, у солдата тяжелая служба. Мы там ясно подотстали. Ну а если танцы? Тогда что? Ну не дайте опозориться. Станция скоро. The leg. Нога по-английски. Хороший танец. Современный. А не покажете? Разрешите? Ведь я серьезно. Очень серьезно. Безвыходное же положение. Сами знаете, у солдата тяжелая служба. Мы там ясно подотстали. Ну а если танцы? Тогда что? Ну не дайте опозориться. Станция скоро. По-товарищески. А музыка? Музыка есть. Годится. Снимайте сапоги. Моментально. Я способный. А зачем? Танец современный, танцует все без обуви. Ага. Носки могли бы и не снимать. Вернитесь! Ноги на ширине плеч, локти прижаты, прогните корпус в обратную сторону. Повторяйте! По-товарищески. А музыка? Музыка есть. Годится? Снимайте сапоги.
Моментально. Я способный. А зачем? Танец современный, танцуется без обуви. Ага. Носки могли бы и не снимать. Вернитесь. Ноги на ширине плеч. Локти прижаты. Прогните корпус. В обратную сторону. Повторяйте. Активней. Шаг в сторону. Повторяйте. Шаг. Вот так. Мобилизовался, вроде бы на нейтральной полосе. Уже не военный, еще не гражданский. Могу вот так хоть месяц. А ваш цвет волос вам очень к лицу. Да? Жаль, мы с вами не переписывались. Я бы вам писал про службу, а вы мне про путевые впечатления. Активней. Шаг в сторону. Повторяйте. Шаг. Вот так. А я уже демобилизовался. Вроде бы на нейтральной полосе. Уже не военный. Еще не гражданский. Могу вот так хоть месяц. А ваш цвет волос вам очень к лицу. Да. Жаль, мы с вами не переписывались. Я бы вам писал про службу, а вы мне про путевые впечатления. Да. Я, конечно, тоже против дорожных знакомств. Но если так, по дружбе. Мама мия! А интересно, как вас зовут, если не секрет? А почему не танцуем? Потому что стан. Да? Я, конечно, тоже против дорожных знакомств. Но если так, по дружбе. А, мама мия! А интересно, как вас зовут, если не секрет? Почему не танцуем? Потому что станция. Obtrusiveness, undue familiarity, forwardness, you're saying? Well, what people from some countries might see as this can be easily observed in Russia. Doesn't necessarily mean all Russians are like that. Far from it. All depends on situations and characters. Being able to initiate contact easily, to start a conversation, and to ask maybe somewhat too personal questions, excessive openness, maybe even showing some tactlessness. Then again, the way the girl reacted in this situation, was it typical Russian female behavior? Perhaps for some people, in certain situations, but it doesn't have to mean it's some kind of a rule. In this episode, we observed easily reached spontaneous conversation, not binding in any way, without further exchange of personal contact information, and this conversation isn't necessarily significant of proceeding to the next level of a relationship. Now, have you understood why, having heard these words, I recall the scene above immediately? So, seeing as we already started this subject, does this our famous song, Лучше гор, могут быть только горы. I'm not going to study the entire song today, just a fragment. But don't get all upset. If we're lucky, there's still quite a chance we're going to do that sometime. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. На которых еще не бывал. Так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. На которых еще не бывал. И опять, раз мы заговорили о Высоцком, у него не одна песня, посвященная горам. Если парень в горах не ах, если сразу раскис
и вник. Шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не беру, и тут про таких не пою. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. How can one not recollect our cult cartoon series, Ну Погоди, Under the Circumstances? It was a cartoon my mom used to enjoy in her childhood, but during my childhood it was still widely popular, so I had great fun rewatching these episodes. I happen to know it's not only popular in my country, but also abroad, so who knows, maybe you've already seen these scenes? Okay, this is a fragment of Vysotsky's other song about the mountains. In my opinion, it sounds magnificently and has beautiful lyrics. We're not going to review the whole song as of yet, but only a couple of lines. By the way, Vysotsky wrote all the lyrics and music for his songs himself, and apart from that, was a first-class actor. There are some splendid movies with him starring. Maybe some of you will be willing to try and find some of his songs to continue further acquaintance ASAP. So, today I have learned когда, рак, на, гора, свистеть, разговор завязался, and more. Please tap like, subscribe and leave comments below.